Женщина на рынке купила котенка и уже через месяц поняла, что с ним что-то не так. И вы не поверите, в кого превратился этот белый пушистик. Этот котенок ничем не отличался от других котят. Он также любил покушать и поспать. Но уже совсем скоро он начал быстро расти. И через год он уже весил более 10 килограмм. А еще через полгода он набрал еще 15 килограмм. А длина его туловища уже достигла 0,5 метра. Его отвезли к ветеринару. Ветеринар сказал, что он является гибридом мейн-куна и лесной кошки. Но хозяйку не сильно беспокоят размеры кошки, и она очень сильно любит ее. Хотя она и говорит, что немного пугается, когда кот в темноте рычит на дверь. Насколько уникально твое тело? Только 10% людей – левши. Большинство из них живут дольше, чем правши. Только 1% людей в мире – амбидекстры. Это те, кто умеет писать обеими руками одинаково ловко. Всего 1,5% людей имеют вот такую складку на ладони, и по ней можно читать судьбу. Это гениальные люди, которые сломали систему. Здесь стоит знак, что купание запрещено, но это не остановило девушку от купания в снегу. А этот парень решил обойти систему и нарушить все законы. Он налил колу в баночку из-под пепси.